Вы смотрите видео об отеле Golden Holiday. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Golden Holiday расположен в стране Вьетнам в регионе Нячанг и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Расположен в городе Нячанг, в 300 метрах от пляжа 4 минуты ходьбы, рядом с основной турзоной, в 35 километрах от аэропорта Кэмрэн 45 минут езды. Симпатичный отель в туристическом центре Нячанга. Рядом клубы, бары, кафе и магазины. До пляжа 7 минут пешей прогулки мимо яхтенного клуба. Неплохой сервис, радушный персонал. Подойдет для экономичного пляжного отдыха. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один бассейн, прачечная, лифт, обслуживание номеров, бизнес-центр, депозит в день заезда, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть кондиционер, ТВ-телефон, Wi-Fi бесплатно, мини-бар, питьевая вода бесплатно, набор для приготовления чая, кофе, душ. Номерной фонд отеля состоит из 13 суперия, 21 квадратный метр, максимум 3 человек. Окно в коридор, балкон в 3 номерах. 14 Superior City View, 23 квадратных метра, максимум 3 человек, балкон в 7 номерах, 10 Deluxe City View, 21 квадратный метр, максимум 3 человек, балкон в 2 номерах, 8 Deluxe Sea View, 21 квадратный метр, максимум 3 человек, балкон в 7 номерах, 1 Golden Suite Sea View, 45 квадратных метров, максимум 3 человек, балкон, ванна. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть Wi-Fi бесплатный, бизнес-центр, прачечная, сейф, аренда велосипедов, парковка. Для детей есть детская кроватка, детские стульчики в ресторане. Расстояние до пляжа. Отель находится в 3 минутах ходьбы до общественного пляжа. Песчаный пляж, да. Год постройки гостиницы – 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.